сменными дульниками. Интересно. Световодной мушкой и запиленной коробкой. Но с лапкой похоже. Сейчас попробуем. Как оно вообще заряжается и работает. Да. Потому что при кваде патрон упирается прямо в рогульку. Четко видно. Угу. Даже куски пластмассы остаются. Я бы нарастил еще лапку. Чуть длиннее, да? Да. Если не подпружение, то чуть длиннее. Так, внутри 8. Ага, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Да. Удлинитель 10 патрончиков. Предохранитель стандартный. Задача жесткая. Ну, поехали. Так, поймал прямо вперед. Но если не длинноватый приклад, то значит можно стрелять быстро, отдача не лягает. Да. Наработав навык можно. Спокойно. Приклад длинноватый. Ничего так. Не комфортех, но цевьё удобное. Очень хорошо удобно. Двойками заряжаться. Супер, палец не надо туда заводить. Оп, пружина щелкает. Эту фигню я бы срезал. Еще дадим серию. И поменяем прокладку между ружьем и воздушной подушкой. Классно было бы, если прокладку вперед двигать. Это тоже терпимо. Прицельная планка удобная. Так, я готов. Внимание! Есть. Сбираем. Так. Ставим обратно эту пластиковую, ненужную, как нам кажется, прокладку, проставку. Цепляем затвор с коротким ходом. Фиксируем его в цевье. Надеваем. Ставим ствол. Якщо ви до мене поїхати, ви 4, давайте на 3 нажимаємо. В бойовий упор. А, знаєш що? Добре. Він заходить в бойові упори. Да, добре. Становиться він на бойовий упор. Пускається в бойовий. Олег, там бойовий упор піднімається, коли ти назад пускаєш. І не дає зайти тому самому. Не дает нормально стволу зайти. А если боевого упора пустить вниз и придержать затвор. Все. Теперь длиннючую пружину вмонтируем. Это тоже еще та история, конечно. Но мы не ищем легких путей. Чтобы мы не занимались практической стрельбой. Так, и фиксируем. Все. Зафиксировали. И закручиваем. Положение номер 2 позволяет магазин держать 9 патронов. Так, вот
отлично. Здесь на контрагайку встал. Здесь затянулся. Ружо собрано. Все, ружо собрано. Что, прибрали?